Всем-всем доброго денечка, доброго. Купила немножко лакомств для своих хвостатых. Купила вот такие колбаски, несколько видов. А эти уже сразу же. Если мать шуршит, даже не тем, что куплено для них. Значит, для них, да? Так. И вот колбаски разные. Здесь две, тут три. Тут вообще такая, как длинными полосочками. И тут совсем маленькие. Цены разные. 35 рублей. Так. 65, 105 и 90. А названия-то какие? Колбаски пикантные. Так, это у нас что? Колбаса праздничная. Колбаски фермерские. А, это тоже колбаски фермерские. Только здесь они вот длинные такой штукой, да, фермерские. А здесь просто маленькими штучками. Ну и что, я вам должна дать что-то сразу же? Сейчас дам. Сейчас, миленький, дам. Открыла эту маленькую упаковочку с фермерскими колбасками и чуть-чуть их порезала, чтобы удобнее было давать всем. Так, кто на фермерские колбаски? Кто фермерские колбаски будет? Все фермерские колбаски будут? Ой, эти микрозверь, вот эти, потащит, сейчас потащит. Так, берите, я бусечки дам. Да, ой, ты мой золотой схватил. Да ты вон схватил и я бросил. Вигуся, а где у меня Вигусинка? А? Косолька у собак корм кушает. Ой, типа дешёл и сам взял. Бусечка иногда от этих колбасок отказывается, выпендривается. А тут взял прямо. Так, и меня беспокоит госпожа Вега. А, нет, Вегуська кушает, никого не слушает. Все хорошо. Что-то я ослепла, видимо. Мать-то ваша ослепла. Сейчас подожди, Фионок, Буся, ждите, миленькие. Ждите ответа. Так. Ну вот. Маленькая упаковочка за 35 рублей у нас ушла. Вот. Можно на всех поделить. А так вас 9 человек сейчас. То есть 4 рубля на каждого. Но чуть-чуть полакомились. Лялюшка. Буся, не торопимся, не торопимся. Все, все, на сегодня все. Миленький, все, вы по 2 штучки с сестренкой взяли. Так что хватит, золотые мои. И ты успел, Бусик. Ну, вот так вот полакомились сегодня.